Накануне нападение на госслужащего произошло в поселке Федоровка, Западно-Казахстанской области. Трое мужчин проникли в дом руководителя отдела местного ЖКХ, угрожали ему физической расправой. Со слов потерпевшего, нападавшие требовали пересмотра итогов конкурса госзакупок на текущее содержание дорог района. По данному факту отделом полиции Теретинского района начато досудебное расследование по части 3 статьи 389 Уголовного кодекса Республики Казахстан и по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это нарушение неприкосновенности жилища и самоуправства. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения подписка о невыезде. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по закреплению доказательной базы.